Здравствуйте, друзья. Я как-то разошелся было, знаете, как слово за слово так зацепится, посыпется, польется, и сказал, что вот надо сделать майку на спине, чтобы было написано Портнов Computer School, а на груди, чтобы было написано QA наш. Вот, по аналогии, ну, сами знаете, тут много разных есть объектов, которые, можно сказать, что наш. И вдруг, значит, буквально вчера там присылает мне человек 4 картинки с дизайнами для будущих маек и говорит, ну вот, выбирайте. А я смотрю на эти дизайны, я думаю, а мне все 4 нравятся. Они такие с понтом, классные. И прямо, знаете, как бывает, был бы один дизайн, я бы сказал, о, какой хороший дизайн, а теперь, значит, у меня ситуация выбора, и как из нее выбраться, я не знаю. Поэтому, друзья, значит, вам предлагается из 4 дизайнов выбрать 2, как бы проголосовать. И я их сейчас покажу отдельно на компьютере, то есть вот есть часть этого видео, которое я снимаю за рулем, а остаток я сниму на самом компьютере, чтобы показать вам картинки. Значит, их всего 4, и в том порядке, в каком они будут идти, вот я предлагаю вам, значит, их нумеровать. То есть вы скажете, там, первый, там, номер 3, второй, там, номер 2, что-нибудь так, такого плана. И просто, как бы, обращаюсь за помощью к клубу. И, может быть, вы скажете отдельно, что вот это хорошо для девочек, а это хорошо для мальчиков. Там одна точно есть. Больше для девочек. Вы увидите, там такой девчачья майка такая. Хотя не по формату, а вот именно по картинке. Ну, в общем, не буду вас больше дразнить и адресую вас к картинкам. Итак, друзья, вашему вниманию предлагаются 4 дизайна. Я их буду по номерам показывать. Вот это первый номер. Вы видите надпись. Ну, на спине понятно, тут вот, значит, просто эмблема школы и ее название. А вот слева мы видим QA наш на таком как бы щите. Вот. Следующий дизайн, это номер 1. Номер 2, похоже так чем-то, да, но вот тоже QA, тоже наш, тоже звездочки, но уже с крылышками. Уже с крылышками. И так как бы все больше спереди отличается, сзади так почти, практически то же самое. Теперь третий вариант, за который мы, значит, голосуем, вы голосуете, пытаясь помочь нам сделать выбор. Вот такой темная маечка. И все беленьким, таким простеньким и так далее. Я понимаю, что это софтвер, так на спинках показывается, но вообще хочется на девчонок тоже посмотреть. Видно, хорошие девчонки тоже. Ну ладно уже, так, мимо идем. Теперь вот. Этот такой, я бы даже сказал, чем-то напоминает страну советов. Вот эти колоски вот, напоминают герб СССР. И гербы союзных республик тоже были в таких колосках, только так с ленточками. Здесь без ленточек QA наш. Вот вам на ваше усмотрение, значит, 4 дизайна. Голосуем. Спасибо за участие.